Перед нами две факторных переменных. Они получены из семи индикаторов. Четыре индикатора политического доверия и три индикатора межличностного доверия. Получены они методом главных компонент с проверкой статистической значимости, отклонение предсказуемых значений методом редуцированного хи-квадрат. Первый фактор – это политическое доверие, второй фактор – межличностное доверие. Так их и поименую. Мы применили PROMAX. Скоррелированность этих факторов примерно 0,45. Скоррелированность по коэффициенту корреляции Пирсона значимая. Предварительно мы убедились, что есть корреляция между переменными, построив отдельные однофакторные модели для индикаторов политического доверия и индикаторов межличностного доверия. Посредством описательной статистики или критерия хи-квадрата и его остатков можно прийти к выводу, что на самом деле за скоррелированностью 0,45 скрыто наложение друг на друга двух закономерностей – положительной корреляции, более сильной, и отрицательной. Попробуем представить это графически. Здесь не важно, какой из факторов поместить на ось абсцисс, какой на ось ординат. Я помещу политическое на ось X и межличностное на ось Y, потому что я не предполагаю, что какой-то из них является предиктором, какой-то из них является зависимой переменной. Вот мы видим вот нерасчлененный такой большой овал, вытянутый слева, снизу, направо, наверх, как раз и выражает основную закономерность. Но если углубляться, дробить этот массив, можно найти и признаки отрицательной закономерности, идущей слева сверху, направо вниз. Что очень важно, мы имеем стандартизированные переменные, то есть центр их закономерности находится в нуле.